Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость связана с вопросом о налоговых последствиях в связи с возмещением работникам платы за содержание детей в дошкольных учреждениях. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизиты которого вы видите. И в данном письме Минфин рассматривал ситуацию, когда работодатель на основе коллективного договора выплачивал работникам возмещение в связи с тем, что их дети ходили в дошкольные учреждения. Отвечая на данный вопрос, Минфин рассматривал налоговые последствия применительно к налогу на прибыль и к страховым взносам, хотя выводы, которые сделаны в письме Минфина, можно также распространить в определенной мере и на НДФЛ. Так вот, прежде чем отвечать на вопрос, Минфин проанализировал природу соответствующих выплат и указал, что на основании положений Трудового кодекса соответствующие выплаты не могут трактоваться в качестве компенсации. Исходя из этого, Минфин по налогу на прибыль, сделал на самом деле очень общий вывод по поводу того, что расходы должны соответствовать статье 252 НК РФ и, соответственно, эти расходы не должны быть поименованы в статье 270 НК РФ. Иначе говоря, Минфин не исключил, но также и не подтвердил возможность учета в качестве расходов соответствующих выплат. Поэтому применительно к налогу на прибыль это письмо вряд ли может быть полезным для налогоплательщика. Вместе с тем, применительно к страховым взносам, Минфин достаточно четко указал на то, что соответствующие выплаты, возмещение, оно осуществляется в рамках трудовых отношений, и поскольку это возмещение нельзя трактовать в качестве компенсации, то эти выплаты, они должны облагаться страховыми взносами. Как я уже сказал, логика Минфина в данном письме, она может использоваться и применительно к НДФЛ. И, скорее всего, можно говорить, что если бы Минфин в том числе отвечал на вопрос о налоговых последствиях по НДФЛ, то он бы пришел к выводу о том, что соответствующие выплаты также облагаются НДФЛ. А значит, у работодателя возникает обязанность налогового агента. Таким образом, налогоплательщикам и плательщикам страховых взносов, у которых имеются такие выплаты, либо схожие, аналогичные выплаты, необходимо принять во внимание соответствующую позицию Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.